Аллу Пугачеву запечатлели за ужином с Лаймой Вайкуле. Подруги выбрали японский ресторан, заказав суши и закуски в паназиатском стиле. Однако блюдами особо увлечены не были. Судя по всему, женщинам больше дорого было общение. Они весело ворковали, шутили и много разговаривали. Алла Борисовна, известная любительница черных нарядов, на сей раз отдала предпочтение кипенно-белому. Этот оттенок, по заверению Александра Васильева, сейчас в большом тренде, впрочем, как и другие тона белого. По словам историка моды, этот цвет визуально молодит и освежает внешность, всегда выглядит торжественно, независимо от характера одежды. Певица также прибавила динамичности образу при помощи круглых стильных очков имиджевого характера. А вот Лайма Вайкуле выбрала контрастный относительно подруги наряд, облачившись в Total Black Look. Артистка уже не одно десятилетие выбирает свободные фасоны одежды, которые ей идут. Ранее Евелина Хромченко на модном приговоре говорила, что в оверсайз женщина любой комплекции выглядит как воробей.